محمد محمد الصلاة والسلام. Наш путь – это Сахбет, и в собрание заключено благо. Мы намеревались приехать сюда раньше, но по воле Аллаха приехали только сейчас. Хвала Всевышнему, мы должны благодарить Аллаха каждый раз за свою безопасность в дороге. Извините, что заставили вас ждать, пусть Аллах вознаградит вас за это. Что бы ни случилось, все идет во благо мусульманину. За то, что вы ждали здесь, может быть, 6 часов, Аллах вознаградит вас из своих бесконечных сокровищ за каждый ваш час, за каждую минуту. Все находится в руках Аллаха. Быть на пути Аллаха и проявлять терпение – это лучшее из дел верующего, мусульманина. И мы тоже ждали, не имея никакой информации, проявляя терпение. Пусть Аллах вознаградит всех нас. Ваша страна – хорошее место для верующих. Здесь живут люди разных национальностей и уважают друг друга. В исламе очень важно проявлять уважение к людям и быть милосердным ко всем творениям Аллаха, к растениям, деревьям, животным, птицам. Аллаху Азза ва Джалла не нравится, когда человек делает то, в чем нет необходимости, ради забавы или как хобби. Нельзя убивать птиц и других творений Аллаха, кроме как только для еды. Не нужно это делать только ради забавы. Есть люди, у которых охота — это хобби. Они убивают животных ради забавы. В этом нет ничего хорошего. Они подвергают страданиям творения Аллаха Азза ва Джалла. Мусульмане и верующие должны проявлять милосердие ко всем созданиям. Благодаря милосердию людей, которые здесь живут, и благодаря бараке от этого, здесь так много искренне верующих мусульман. Их предки приехали сюда из Йемена и других мест, но, несмотря на это, они жили дружно с местным населением и все были довольны друг другом. Это и есть ислам. Это учение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, проявлять уважение ко всем. Верующий должен быть дружелюбным, и тогда и другие люди будут проявлять дружелюбие к нему. Нет бараки с тем, кто не любит. Верующий должен быть доволен людьми, и тогда и люди будут довольны им. Таким должен быть верующий, а те, кто никем не доволен, у тех нет разума, и ими также никто не доволен. Они думают только плохое о людях и, соответственно, ведут себя с ними. Такие люди не будут счастливы. Аллах Азза ва Джалла сказал: «Будьте счастливы, пусть они возрадуются». Сура 10, аят 58. Аллах говорит нам: «Вы верующие, поэтому будьте счастливы. Не печальтесь. Самое большое счастье, оно для вас». Верующий, который говорит: «Я несчастлив».
не является верующим, у него вера только на языке, а не в сердце. Верующий должен верить сердцем, инша Аллах. Пусть Аллах сделает нас из числа тех людей, которые всем довольны и счастливы. Возможно, некоторые думают, что в исламе люди не смеются и не радуются, а только грустят. Нет. Аллах Азза ва Джалла велит верующим радоваться. Пусть они возрадуются. Верующий должен быть счастлив. Пусть Аллах сделает нас из числа тех людей, которые всем довольны и счастливы. Yeah.